Поздравляю со вторым местом командным. Вообще перед началом командных соревнований ожидали от себя такого результата? Я вообще-то, у меня вот есть на браслете такой вот маленький кубок, вы можете там, я не знаю, заснять его. Тут вот написано первое место, я вот рассчитывала на вот это вот, хотя бы, ну, быть в финале. Вот, за то, что мы там заняли второе место, я благодарна себе, своим качествам, спортивным качествам, то, что мы победили Москву, да, 2, для меня это было очень тяжело, но все-таки мы собрались, и я стремилась к этому, значит, да, я готова была, наверное, быть на пьедестале. Насколько тяжело было фехтовать с такими соперницами в финале? В финале мне всегда с ними тяжело, на самом деле, именно вот с девчонками нашими. И поэтому я еще не преодолела вот эту ступеньку, и я не знаю, как нужно к этому идти. Наверное, нужно тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. У тебя закончилась юниорская карьера, да? Ты переходишь во взрослые. Еще молодежка тоже закончилась, я уже полностью во взрослой жизни. А довольна тем, как сложилась твоя молодежная карьера? Нет, не совсем довольна. Могло бы быть лучше, если бы я чуть-чуть не торопилась. Потому что в моем фехтовании я очень эмоциональная. Я не знаю, может, у меня кавказская кровь, поэтому. И я считаю, что если бы у меня было чуть-чуть такой вот, как мой тренер говорит, задержи свой моторчик. Если бы чуть-чуть я его придержала, было бы намного лучше. А в какой из дней, в день личных соревнований или сегодняшний день у тебя больше получалось? Сегодня больше получалось, но я что-то переживала за командные, потому что я очень сильно рассчитывала на личные. Но попалась мне девочка с Корневской, Екатерина, она тоже из Московской области. Я никак не ожидала, что я ей проиграю, но все равно нужно постоянно быть... Я опять же торопилась, понимаете? Вот этот мотор мой, нужно его как-то, правда, придержать. Расскажи, как готовилась к новому сезону и насколько он для тебя важен будет? Я готовилась у себя в городе Видное, я не ездила на сборы. И получается, я очень много уделяла ОФП. То есть я бегала, я следила за своим физической подготовкой, потому что не только одним фехтованием и тренировками можно чего-то добиться, но и физически быть готовой. Ты говоришь, что твоя заряженность – это твой недостаток, да? То, что ты не можешь контролировать. А какие твои лучшие качества? Если я соберусь, если я реально начну думать головой, а не моторчиком, то у меня все нормально будет. Но пока я не могу добиться этой цели. Какие у тебя цели, задачи в этом сезоне? Я очень хочу выступить очень достойно на чемпионате России. Ну, вот это, вот, наверное, моя маленькая мечта будет, если я там буду в тройке. Пока такая. Спасибо большое, удачи тебе. Спасибо вам, ребята. Спасибо, очень приятно. Подожди секунду. Поздравляю тебя, спасибо за интервью. Спасибо большое. Спасибо.